Совсем скоро Луина порадует своих поклонников своим новым клипом на песню с необычным названием в интернете. Ну а пока суть до дела, певица поделилась с нашими журналистами некоторыми подробностями. Мы тоже думали долго над названием, но так и оставили, не знаю, потому что, я думаю, какое-то оно необычное, непривычное, поэтому нужно его оставить. А когда называешь и говоришь, что вот сейчас скоро выйдет песня моя в интернете, думаю, да, в интернете, а какая песня? Съемки, кстати, проходили далеко за пределами Казахстана. Видеоклип мы снимали в Барселоне, мы были недавно в Испании, ездили туда и сразу сняли клип, и закончили его в Бишкеке, в Кыргызстане, у наших братьев. Что касается песни, то ее авторами выступили украинские друзья певицы. Записана она была совсем недавно. Она еще никак не ротировалась, то есть еще ее никто не слышал, только если что, отрывки из моего инстаграма. И да, если вы уже не на шутку заинтересованы, то мы можем порадовать вас тизером. А вот полную версию можно будет увидеть уже в понедельник, поэтому следите за эфиром.